корпоративном университете Сбербанка прошла третья международная конференция «Больше, чем обучение». В этом году обсуждали, как развивать цифровые навыки. Бизнес-сообщество отмечает, на рынке труда мало IT-специалистов, так как еще не выработались подходы к обучению новым технологиям. Традиционный акцент образования на формирование багажа знаний у студента, ученика – это безнадежно устаревшая парадигма. Нужен акцент на постоянное нахождение баланса знаний и навыков. Мы можем быть эффективными в решении их задач, только объединяя и интеллектуальный потенциал, и обмениваясь опытом, объединяя все возможности и корпоративного мира, и университетской системы, системы бизнес-образования и средней школы. Корпоративные университеты мира создают программы обучения под конкретные задачи компаний. Бизнес-школы предлагают студентам учиться друг у друга, чтобы находить множество разных решений одной задачи. Цифровые технологии меняют рынок труда и бизнес-мир. Главам корпораций надо понимать, что основное направление инвестиций в ближайшие 5-10 лет – это инвестиции в цифровизацию. В области цифровой грамотности, безопасности данных и развития цифровых навыков у своих сотрудников.